Снова добрый дняк, дляк, добрый днёк. Angry Birds Friends, и наконец у нас особый турнир. Угу. Я, конечно, ждал, что будет обычный турнир, но неожиданно после предыдущего турнира, который был особый, еще один особый. Где перерыв между особыми? Ну ладно, итак, это Sporty Pig Tournament, спортивный свин-турнир. Это я вращаю для радости. Видите, в отличие от Angry Birds, от Angry Birds 2, тут действительно такое количество монеток, которые нарисованы, а не три кристаллика с картинкой из 10. Начнем. Кстати, вот мои предыдущие результаты не важны вам. Ёшки-картошки, ух ты, какой бред. Это что там на аренах, на трибунах, смотрите-ка. Какие большие свиньи, не больше, чем обычные свиньи. Это что? Итак, у нас турнир спортивный. Король уже что-то выиграл, уже вообще праздник окончился. Как я понимаю. Выглядит несложно. Да и проходится с легкостью. Или нет? Ха. Тихо. Отчет. Наверняка не 3 звезды. Я буду стараться на 3. Это Angry Birds Friends турниры. Тут будет... Всего 6 уровней. Вы это поняли уже. Я на 3 звезды прошел. Как насчет лиги? Ну, сейчас появится лига. Что? Друзья уже нападают. Ладно, лиги еще никого нет пока что. А теперь есть. А теперь снова нет. Итак, ох, ё. Они еще шлемы, но... А, взорвется? Я думал, он не полетит, а взорвется, но взорвется. Ладно, не то, что я ждал, но все же. Ждем. И... Ой. Ой. Как-то я разрушил. А, что? Секретная атака сверху. Я понял. Ждем. Сейчас есть такая возможность ждать. Возможность ждать имеется. Я не знаю, сколько медальки дают. Сейчас узнаем скоро. 3 или не 3, решать не вам. Медальки, возможно, дают по 5000 очков. И желательно будет их разумно уничтожать. Ну, конечно, разумно, наверное, слушайте. 8? Сколько 8? Серьезно, 8000 или что? Сколько дают очки? Монетки. Очень выгодно. 8000. Так, стойте. Стреляем. А золотые 5. В смысле, серебряные 5000. Бронзовые, наверное, 10. Сколько? Сколько? Ну, тут точно не столько. Мимо. Разумнее, да? Кажется, так сделать было. Так, а что за взрыв, который... А, это детонатор, который сверху, я понял. Верховный детонатор, то есть. Так, ждем. Сейчас еще птиц потратим, чтобы собрать эти медали мои. Странно, они то ли прыгают, то ли врезаются, они могут один раз выпрыгнуть, что ли. Или сами в себя врезаются, или один раз. Видимо, один раз могут прыгать, а потом не могут. Так, что делать? Вопрос. Кстати, один застрял. Так. И давайте туда. Ну, кое-как. Смотрите, зато первый. Не знаю, насколько я поднял все. Сейчас, кстати, рогаток. Рогаток я буду показывать в обычном турнире. Вот будет обычный турнир когда-нибудь, я надеюсь, будет. Я вам покажу обычные рогатки. В смысле, пфу, че я говорю? Особые рогатки покажу, которые только в Фейсбуке. В Angry Birds Friends, то есть. В этот момент я хитро избежал рекламы. Ура! Итак. Ага. Боксерские соревнования, которые зачем-то уже делал так. Вы думаете, поможет? На кой черт, если могу спуститься просто по-обычному? Там еще какие-то золотые кубики. Сколько они дают золотые кубочки? Кубики? Нет. Неважно, они их не достать.
Холь, как классический холь. Холь, я забываю про эти холли уже. Кстати, это что за грибок? Это букет, а не грибок, я понял. Я просто далеко сижу сейчас от экрана, ничего не понимаю, что за глупости здесь ходят. Жалко, конечно, пробить эти медальки можно только сзади. Так, 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 так. Хорошенько вышло. Как вы знаете, в Angry Birds Friends нужно набирать очки вот таким способом. Вот еще что-то вышло. Сколько ли... я третий еще. А вот это? Это то же самое, что я сделал бы. А вот так? Так, не понимаю, что там, что-то. А вот это что? Зачем? Ладненько, может, по-иному совсем? Нет. Наш противный лиговый турнир. Что я сделал? Я победил кое-как. Ну, не очень сильно. Нужно было собрать кубок и оборонить все. Так, опять? Слушайте, а? Видимо, результат. Плохой результат. Так, так, так. Ну, а как же вы предлагаете сбивать это все это? Только так. Я опять высоко лечу, я понял. Не так высоко. Как низко надо лететь. А так далеко, как низко. Ну, зачем? Чё? Что? Я знаю, где-то секретный детонатор. Ищи. Не нашел. Звучит там фон, смотрите, призабавный какой фон. Чё, берите. Это факел горит. Олимпийские игры, точно, гениально. Олимпийские игры, я-то думаю, чё спортивные? Ну, а как бы да. Я забыл об этом совсем. Не туда. Ну что это? Блин. Да неужели? Король висит в воздухе. Опять! Так, что мне делать с этим с королем? Нет, не с королем, а просто. Ну ладно. Давайте нормально. Хотя бы две. У меня ведь одна звезда даже. Король. Как-то так ус. Теперь туда. Да. Вы не волнуйтесь, это нужно пройти. Ну, свиненок, Ну и как я пройду теперь с этим свиным королем? А, я понял. Понял. Теперь я пройти не могу еще. А может... ну не очень то, что я ожидал, то, что я не ждал. Тут нужно попасть, знаете, куда? Да, вы знаете. Только я не понимаю, как попасть туда, куда я не знаю попасть, когда можно. Убирали. Так, самое главное это узнать, насколько быстро я могу убирать рекламу. Что значит узнать? Во-первых, я мастер, молодец. Во-вторых, я жду. Пока все пойдет. Вот. Теперь летим туда. Да.
И... вы туда и не попал. И чё-то в блок мне помешал. Ну нет, ну что же так? Что же делать мне теперь? Не туда. Я хочу собрать золотой кубик. Слушайте, вниз надо попадать, в нижнюю часть, самую нижнюю. Нет. Сейчас посмотрю. Надеюсь, не реклама грузится. О, да неужели, какой бред. Что не так? Как я сделать это в первый раз? Ха, давайте так. Ладно, нет, не допускаем уже, все. Не получилось. Хитрый способ, чтобы собрать кубок. На третий уровень я на нем залип. Давайте так. Если попадет я, то получится. Ничего. Ну-ка. Вот он, тупорылый-то уровень самый-то. Мы его нашли. Холь, слушайте, холь! А, ну да, холь. Я что-то совсем забыл, что холь существует. Так, забьется ли он вновь? Кубок! Блок! Так, подождите. Блок-то что был тут всегда? Почему мне он раньше не мешал? И почему я запускаюсь так, если я могу по-обычному... А, потому что там подаю, да. Поняли. Зачем эта штука? Может, что это? Может, вот это? Это то же самое. Ну, хорошее место, да, заметьте. Вот король не попадает, что-то там застревает еще. Еще. Ну-ка, мистер, мастер, ура! Но... Радоваться рано. Опа! Радоваться можно слегка. Ждать. Теперь радоваться можно, но не сильно, потому что еще не попал туда. Ну вообще радоваться нельзя. Никакой читерство не буду пользоваться. Закончим с этим. Надоели. Ну вот что это за оскорбление? Так нельзя, плохой уровень очень. Делаю как можно лучше, а получается как хуже всего. Это гоночные лодки. Гонки на лодках. Гоночные плоты. Зачем здесь... Нужно попасть в динамит. Попасть в динамит. Где динамит? Под водой. Как достать? Ну вот. Это же он хорошо... Он хорошо разбивает лед, вы знаете это. Так, в чем беда? А вот так сможем? Итак, Что за фиг бук? Ну хорошо, заметьте. Я первый среди ботов. Но среди свиней. Может быть. Так, динамит не попаду, все, не попаду, все хорошо. Давайте птицу сосчитаем. Закончим. Не подождем 20 секунд. Нужно так делать. 3 раза. Неужели? Хорошо, пока вот. Вот здесь, видите, отлично как. Так, ага, гонщики. Гонщики. Плохая идея взрывать все. Нужно аккуратно делать. Как сделать хорошо? Чтобы сделать хорошо, запускаем точно. Нужно сбить все. Полезно очень. Ничего не разрушается, просто хорошо все. И даже гонщики не едут. Один поехал и не умер. О, медальки. Ну что это за бред?
Вот этот уровень, скорее всего, тоже будет плохим. Я вникаю. Я понял, нужно слабее лететь, чтобы сбить все. В смысле, лететь попозже. Вечером лететь нужно. Так я не сбивать все хотел, я просто сбросить их. Что гонщики погибли. Неважные ракеты. Главное, чтобы их завалить просто так. А вот это вот важно, что там застрял свиненок. Не сбить. Ну, тупорылась опять с уровнем. Убирайся. Высоко. Я по. Убирайся, говорю. Поврапы не убираются. Они же должны были убираться всегда. Да, молодец. Молодец, ура. Вы издеваетесь? Да? Движение давайте. Убирайтесь. Тут должно быть чисто, а вы не убираетесь. Ну вот. Все равно не попал. Надежда только на птицу. Любую птицу, любую птицу. Сейчас будет все. Ать, я опять тот свин на мотоцикле. На мотоцикле, свин на мотоцикле. Понял, сбил. Почти убил даже. А, неважно, взывать. С подарками. Скорее всего, опять бред. Видите? Видите? Одна звезда будет. Достались этими... А, ну хотя бы две будет, потому что обычно не лохи, боты. Ну, не пойдет. Сколько секунд прошло? Успел ли я? Реклама заново началась, в смысле видео. О, эти же динамиты взрывают гонщиков. Гонщики. Кончики. Шутка, что ли? Как забить того? Ага. Как забить тех? Видимо, суть всего все. Чё за опять, видите, из-за этой глупости я опять говорю странные вещи. Так, ну-ка. Убирайся. Может быть, сделать хитрым. Очень хитро и чудесно получается. Умя. Зато сбил, убил. Стрелил, наверное. Тю! Идея. Используем его. В смысле, сейчас не используем, потом используем. Может быть, вот великанчик полетит хорошо, смотрите. Летит хорошо? Жалко летит. Тыр-ты-тыр-ты-тыр-ты-хтынь! О! Лучше? Лучше. Смотрите-ка, я первый. Не подождем 12 секунд. Зачем-то? 12? Я сказал 12. Нет. Продолжим шестой. Факела якобы. Из блоков созданные. Странный уровень глупый. По дизайну. Давайте оскорблять всех разработчиков дизайна уровней. Ну-ка. Кого оскорбим? Откроем список авторов. Где список авторов? Черт, он не здесь. На Фейсбуке можно открыть список авторов. Бам! А, ну свиньи там нет. Свиньи там нет. Свиньи! Не там. Там нет свиней. Поняли. Вы чё такие злые? Так, слушайте, чё я не так сделал? Почему бомб не там? Почему что? Так, почему мне не получилось пройти, слушайте, что? Вот он взорвал разок и
Почему она в прошлый раз не упала, вы не помните? Я забыл. Мы сюда сидит усач. И не только... Ну-ка. Ну-ка, сильно сделаю. А! Не. Что? Это? Ладно, давайте еще разок. Изнутри! А, получилось, ладно. Уже не надо расстраиваться. А вот там стоит немножко. Что-то не получается. Слева. Сдулся, а теперь нет. Так, 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 так. И он упадет, 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 я знаю. А теперь что? Думаете, победю? Нет. Этот уровень, в смысле, этот турнир, блин, один из самых сложных. Чё такое? Издеваетесь, что ли? Как? Может, хитрость есть? Может, динамит из-под низу? Нет, это для Тернса, я понял. Снизу. А что делать тут? Может быть, опять не то все сделать? Я понял, ломать башки нужно нижние, чтобы все упали. Гениально просто решение, смотрите. Я думал, это башня, а это из двух стоит этажей, ладно. Упади, потом упадет. Все поняли мы, все. Тот маленький свиненок упадет потом. И молодец, я ничего не сделал. В смысле, сделал, но ничего такого хорошего. Смотрите, он упадет. Нет, ну потом. Та-дам! Ну тогда уже решения нет. Нет уже. Уж этот турнир продолжается 10 тысяч лет уже. Уж опять шутка мне не получилась. Ну что это такое? Видите, я устал. Из-за того, что я сломался. Идея. Которая просто... Не идея, а просто... Догадка, что он летит сверху. В таком случае что-то случилось. Случилось? Нет. Хороший ферстный ход, посмотрите. Бам! Ничего не сделал, хорошо. Повыше. Оба! Заметили? Что смогло произойти? Да, не правда, что... А, правда. Нет, нет, нет. Ну я первый зато, смотрите. О, значит, 3 звезды обеспечены. Смотрите, какой я счастлив. Сейчас. Тут, мне кажется, вверх нужно. Нет, не нужно. Потом. Кстати, вышло обновление для этого Angry Birds Friends, которое, собственно, добавило в турнир. Но я еще не обновился. Да. Извините за это. Если вы поняли, тут бред какой-то. Так, он упадет.
Сник. Дурачок, снежок. Может, снизу, как я и сделал, надо сделать. Опа. Ага. Хитрый план. Уху! Уху! Ну, сейчас закончим. Чтобы закончить радость, попасть по нему. Жалко, конечно, не попаду я. Ну, я понял, все. Какой же я молодец. Возможно, это и не сложно совсем, просто я тут что-то ничего не делаю. Так, смотрите, теперь не нужно попадать по нему. И снова делаем то же самое, что я делал тогда, смотрите. Бам, и бах. Но это не все, потому что нужно сделать еще вот это. Вы серьезно, ну... Да, мы серьезно с тобой. Все, я понял. Я ничего не понял, но... Ну, я устал говорить уже. Я вам говорил уже, что были такие серии, где... Я говорил полный бред, потому что я не сосредоточился. Сосредоток. Это кто повалил мои камни? Где я? О, нет. Это еще один персонаж, который неизвестен. Нет. Бам. Ну вот. Могу сказать но не буду. Радоваться рано. Стоп, чё, как, что? Бах! Зачем? Ускорение! Прохождение. О! Что? А, я понял, смотрите. Как оплошаться в третий раз. Оба! О! Я первый. Я думаю, проходить мы не будем уровень, который не мог пройти недавно. Спасибо за просмотр. В конце был бред, извините. До свидания. Следующий турнир будет такой же. Спортивный, кажется. Через 3 дня. Ну, в смысле, на самом деле, у вас-то быстрее.